Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Исцеление расслабленного. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом, и, не найдя где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ним, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.